светом. И это идея такой всеобщности, того, что все во всем, вот, одно перескакивает другое, все связано. Такой, это может быть как кусочки души, потому что, чтобы это нарисовать, пришлось вспомнить всю свою жизнь. Вот. И в каждом из этих квадратов в нем что-то. Вот, я не буду объяснять, в чем что, потому что каждый видит что-то свое, кто-то видит здесь щеночка, кто-то видит здесь ноготь. Вот, ну, запросто. Могу сказать про этих дядек, вот, про этого мужчину. И вот про этого мужчину, это упаковки от пиццы Papa John's, возможно, вы любите тоже эту пиццу. Вот. Ну, про них можно сказать, то, что они не менее абстрактные. Вот он говорит, мы верим в лучшее, но он такой немного зловещий, потому что у него кровь на фартуке, можно близко подойти, увидеть, он говорит, мы верим в лучшее, но сам там не слеп, он понимает. Вот. Вот этот, у него гей радуга, и он говорит, мы верим в лучшее, но мы понимаем, что верить ему сложно в лучшее. Вот. И у каждого случая видно мелкое число. Лучшее, лучшее, это такое никуда. Ну что еще рассказать? У меня описание написано вот здесь. Про персонажа сериала расскажи. Да, про персонажа. Это персонажа сериала Mad Men. Вот. Он про рекламистов 60-х годов. Мне очень хотелось их нарисовать вот такими человечками без лиц, такими цветными пятнами. Ну, то есть человек, когда к нему привыкаешь, он делается таким целостным образом, ты можешь не видеть в нем каких-то мелких изменений. Вот, и так это тоже такие целостные образы, такими цветными пятнами, может быть, плохо видящего человека. Вот, может быть, просто человека привыкшего. Это такая точка, наверное.